что когда человек может прийти к очищению, что это означает? Приходящему очиститься, я могу в этом сердце принять всех своих товарищей. Это называется «приходящий очиститься». Очищающее сердце — это называется, что мое желание получать, то есть все мое сердце, оно сможет принять всех товарищей, и мы их принимаем, чувствуем, находящимися в моем сердце, и по сути в моем сердце нет больше ничего, кроме товарищей. И так мы расширяем, расширяем наше сердце все больше, больше и больше, пока все души, все люди не смогут войти в мое сердце. Это, я думаю, что то, что должно быть в полном исправлении, в гмар-тикуне, быть как один человек в одном сердце.